принципе, мы ожидали такой игры от Манаса. Мы уже как бы в прошлом чемпионате с ними встречались. И, в принципе, 5 голов, то, что мы от них пропустили, все эти 5 голов мы пропустили именно со стандартов. Ну, как бы, может, мы тоже там штрафной, конечно, могли бы чуть повнимательнее, но это, тем не менее, как бы не умаляет заслуг Али Джапарова. Конечно, он штрафные кладет, что говорить. Но это наша ошибка. Ну, в принципе, готовились очень, как бы, внимательно, настраивались на эту команду, на Манас. В принципе, она нам тоже знакома. Ну, сегодня нам не повезло. Надеемся, в следующих играх нам повезет. Манасу мы, как бы, желаем дальнейших успехов. Пусть в дальнейшем борется за этот кубок. Ну, сегодня нам не повезло, но, иншаллах, мы думаем, наши победы не за горами. А в Кубке вы свое участие уже завершили. Вообще, как вы оцениваете свое выступление в Кубке? Ну и поможет ли это сконцентрироваться на чемпионате, на первой лиге, где у вас высокие задачи? Ну, как оценить наше выступление? В принципе, по игре не сказал бы, что мы выглядели плохо. Мне очень понравилась наша игра, как играла команда, именно командный дух. Я благодарю свою команду, своих, как можно сказать, коллег по команде. Честно говоря, я за них горд, за ту игру, которую они показали. Ну, выступление наше оценить, в принципе, по результатам есть, как бы, на бумаге результатом, конечно, мы не удовлетворены, но игрой я, честно говоря, доволен. И, ну, еще раз хочу сказать, что я горжусь своей командой. Конечно, ожидали, что игра будет тяжелой для нас, потому что соперник не из рядовых, можно сказать, один из сильнейших команд первой лиги. Первый тайм, на удивление, для нас, на удивление, это сложился полностью в одну сторону. Мы очень хорошо сыграли в первом тайме. Во втором тайме, после счета 3-1, можно сказать, как и следует, расслабились и получили в итоге 2 мяча. Но спасибо Всевышнему все за то, что подарил нам победу на эту, иншаллах. По поводу штрафных ударов не могу спросить. Это талант все-таки или ты тренируешься, остаешься после тренировок, как Роналду, и тренируешь этот аспект футбольный? Тренирую, тренировал и буду тренировать. Очень хорошо. Ну и по поводу следующего соперника. Вам предстоит играть с Сириусом. Пару слов о сопернике и вообще, что можешь сказать по поводу следующего этапа? Я думаю, они не нуждаются в моих словах, потому что это, можно сказать, одна из самых сильных команд нашей лиги. Мы постараемся дать им бой и, естественно, пройти дальше. Наша задача.